8000 мячей на лыжне России-2017 будут носить флаг Монако. В социальной сети появилась фотография экипировки участников: шарф и шапка. На ней изображены две одинаковые по размеру, но разные по цвету полосы. Красная и белая. Это очень напоминает флаг Европейского княжества. В Министерстве спорта Омской области объяснить такую расцветку не смогли. Спортивную атрибутику присылают в регион из Москвы. Там же разрабатывали дизайн. Региональные чиновники пообещали узнать в Министерстве спорта России, почему экипировка участников лыжни России-2017 выглядит именно так. Не смутило, ни в коем случае, заинтересовало. Да, рабочий процесс по взаимодействию с Минспортом, он пропорционально на 7 дней сдвинулся, поэтому мы обязательно будем связываться, когда уже ближе к мероприятию, потому что есть неотъемлемая часть, которую мы будем обсуждать за день, за два до старта с Москвой. Ну, я обязательно этот вопрос задам. Впрочем, тогда что-то переделывать будет уже поздно. Старт запланирован на 18 февраля. Изначально лыжню России планировали провести 12 числа, но перенесли старт из-за морозов.